Итак, друзья, мы закончили работы по данной пятерке. Это G30-540 полный привод. Значит, помимо стейджа второго, то бишь установки интеркулера, установки, изготовления установки даунпайпа, прошивки и прострелов. Кстати, по поводу прострелов, досмотрите видео до конца, вам понравится. Мы реализовали еще регулируемый выхлоп, две банки с заслонками. Сейчас продемонстрируем, как звучит выхлоп на закрытых заслонках. Вот они закрыты. Нажали кнопочку off и слушаем. Заслоночки закрытые, и мы сейчас их открываем. Теперь специально обученный человек переводит режим подвески, режим автомобиля в спорт, потому что мы сделали прострелы только в спорт режиме. В комфорте они практически не стреляют, в основном работают в спорте. И довольно-таки неплохо, ночью, возможно, даже будет и с пламенями. В общем, сейчас в спорт режиме и слушаем прострелы. Вам понравился результат работы наш? Голосуем.